Здоровые дети – здоровая нация. Этот постулат доказывать не надо. А вот специализированных педиатрических центров у нас в городе явно не хватает. Совсем недавно открылась клиника Мирей, а уже все родители города поняли, насколько полезен такой педиатрический центр. В клинику Мирей приходят, приезжают с разных концов города. Здесь совсем другое отношение к маленьким пациентам, нежели в общих поликлинических структурах. Здесь работают врачи высокой квалификации. Здесь можно получить квалифицированную помощь практически по всем детским заболеваниям. Медицинская аппаратура только самая современная. Магнитотерапия, лазерная, инфракрасная. Все эти процедуры благотворно влияют на оздоровление в процессе лечения. УЗИ-диагностика помогает выявить патологии на ранних стадиях и у детей, и у взрослых. Мы в нашей клинике принимаем достаточно большое количество пациентов. Наши возможности не ограничены. Врачи работают с утра и до самого последнего пациента. Значит, мы мамочек ждем, значит, всегда рады оказать медицинскую помощь. Медицинская аппаратура усовершенствуется практически каждый год. Самые новые технологии в лечении лор-патологии применяются в педиатрическом центре Мирей. Физиотерапевтический кабинет внушает уважение. Без специального технического образования и не понять сразу, для чего предназначены те или иные аппараты. Когда говорят о повышении качества медицинского обслуживания, то невольно думаешь о педиатрическом центре Мирей. Мамам очень нравится наша клиника, так как у нас нет очереди, нет взрослых, которые детки могут спокойно как бы и поиграть здесь, больше уделяется внимания им. Но аппаратура аппаратурой, а личное участие врача в профилактике заболеваний просто необходимо. В клинике Мирей, учитывая актуальность аллергических заболеваний в век урбанизации и экологических проблем, решили открыть аллергошколу. Здесь будут обучать, как правильно питаться аллергикам, как вести себя в быту. Программа рассчитана на 10 занятий. Вот занятия будут проводиться, начиная с июня, во второй и четвертый четверг месяца. В час дня специально мы выбрали это время, удобное, если родители работают, то в обеденный перерыв они могут подъехать сами со своими детьми и прослушать курс занятий. Современная медицина – это сплав профессиональных знаний, базирующихся на современном оборудовании и новейших технологиях. Так и работает педиатрический центр «Мирей» в Караганде. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.